Это обычный двор обычного района города Иваново. И только зеленый баннер, пожалуй, может привлечь внимание прохожих. Фримаркет – это бесплатная ярмарка, на которой люди не покупают, не продают, не меняются, а дарят друг другу вещи, которые им самим по какой-то причине не пригодились. Приносят чаще всего вещи, которые уже малы или просто не подошли. Книжки, которые уже прочитаны, либо были неинтересны прежним владельцам, могут приглянуться нынешним. Это очень полезно, для малоимущих. Допустим, те же самые люди, которые живут вот в этих пятиэтажках, бабушки старые, дедушки, пенсия у них маленькая, они могут прийти сюда и посмотреть себе олимпийку, ту же самую, кофту. Движение «Фримаркет» популярно во многих городах России. В нашем пока приживается с трудом. Хотя для второго раза, как говорят ребята, уже неплохо. На самом деле идея интересная. Стоит развиваться, мне кажется, в этом направлении. Как-то может более распространять ее. Посмотрим, увидим, что будет дальше. Ну, я сюда сделал пожертвование в фонд дома «Приют майский день». Вот, ну и вообще взял вот книжку интересную, такую вот. То есть это Курт Воннегут. Ага. Классика. А сам что принес? Ну ничего. Здесь как бы можно же брать, просто не обменивайся. Вот поэтому как бы очень интересно в этом плане. Вазы, пластинки, старые диски и книги хранятся у каждого. И вроде не нужны, а выбросить жалко. Фримаркет как раз помогает вещам найти нового хозяина, а значит и стать снова для кого-то необходимой частью жизни. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.